Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 924. Сирахов 7:39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 27 июня 2018 года. Вот Анастасия песнопение поставила, потрудилась. Я спросил, а слова мне пришлешь? Вот она пришла, называется «Пищаль апостола Павла». Первая. «Великая пищаль моя, непрестанное сердце мучения, что те, кому принадлежат заветы и усыновления, их отцы, от них в плоти Христос сущий, надо всем вовеки Бог». Припев. «Не узнал время посещения, плакал тот, кого распял ты. Если б знал, что служит миру твоему, но не узнал Бога своего». Второе. «Желание сердца моего, молитва Богу во спасение, о Израиле сынах, сынах законоположения. Я желал отлучен быть за них, братьев по плоти моих родных». Послание к Римлянам, 9-10 глава, Евангелие от Луки, 19 глава. «Когда Всевышнему будет угодно». Я спросил, когда ты приедешь? Она говорит, Игнат Тихонович, с Божьей помощью сдала сессию. 5 июля вручение диплома бакалавра по специальности инженер-строитель. Ну, да. Во-первых, слова очень хорошее песнопение. Вот, когда они расходятся с Священным Писанием, мне сильно нравится. Ну и тут, конечно, вот я просил, может быть, бедность или что там, недостаток, не может приехать с Сергеем Егоровичем Игнатовым. Юрий Соболев. Интересная и трезвая мысль про протоиерея. Говорит, сегодня есть выбор. Либо ты становишься смиренным послушником духоносного старца, либо настраиваешься на то, чтобы Господь тебя вел в жизни. Ты сам с ним устанавливаешь контакт, сам умеешь обращаться к нему, сам научаешься считать его волю и знаки, которыми он ведет тебя по жизни. Только тебе самому предстоит решать и делать выбор, потому что твоя жизнь, твоя душа и есть та ценность, которую вручил тебе Господь. Второй путь, как видится, это ваш путь, Игнатий Тихонович. Первый общий. Но где они, духоносные пастыри? Материалы взят отсюда, показывают. Сергей Горохов. В отпуск никогда никуда не езжу, и начальство знает об этом. Зато с окончанием учебы через год может появиться интересная возможность миссионерства. Ну и дальше пишет, так я сам. Считайте, кстати. И далее, вот смотрите, сколько он пишет. Как квас готовить? Очень хороший рецепт. Читать я просто не могу, глаза слезятся.
Вот столько времени это потерял, но это того стоит. Но относительно того, что тот плавучий такой, какой там, не знаю, даже ощущает пруды, мы уже связались, созвонились, и он должен вот, может быть, приехать, посмотреть объем работы, как и что. Благодарю за сведения. Я давно об этом считал, думал, но как-то подтолкнул именно вот Сергей. Квас такой-то вряд ли сделаешь, потому что гречневой муки у нас нету и никогда не было. Можно без нее, ну, привыкли тут на сухарях своих. Да я его и в рот не беру, квас этот уже. Сколько нынче там выпил стакана два и все на этом сказал, вылейте. Не понравился. Вот. Показать свои ресурсы. Вчера целый день мы что, с тряпьем боролись. И такой куб. У нас стоит куб, куда кладем этот сорняк, поднимаем, а рядом запускает своих быков, не смотрят, и они все разворошили. Мы его огородили. Дальше мешали липы, ну, молодые четыре, там мы их спилили, убрали, тоже на жерди. Посмотрели, как коралик кость снимается. Может быть, из нее можно и мордушки сплести, не знаю. Но так день-то и прошел, дождик брызжет, спрячется. Спрячемся, нет, значит, опять вылезем наружу. С лопухами боролись. И фактически день ушел. Ну и показать свои ресурсы немножко хотя бы. Это вот мой мир, я очень люблю эту систему. Бахтияр, я вот смотрю. Ну, это наш православный форум 1600 тем, очень богатый. Ну, а здесь у нас не все в порядке. Кто должен ставить, заболел, и поэтому сегодня большое отставание, и даже событий дня нету. Для меня это, ну, неприятность. Большой материал отослал за неделю, почти 90 гигабайт, и ничего нету. А здесь из деревни ставить не будешь, так что помолитесь под вопросом, будет ли дальше так регулярно выходить. Ну, наш православный библейский сайт. Вот. Все в этом. Ну, думаю, что на этом сегодня все. Из-за невозможности. Надо до 6 часов успевать, не успел.